Больше 100 000 поклонников и десяток покоренных стран. За спиной молодежного симфонического оркестра фестиваля во Франции, Испании, Сент-Джорджа. Сегодня они добрались и до Ульяновска. Со сцены музыка льется рекой. Живое исполнение в атмосфере теплых летних вечеров. То, почему так соскучились ульяновцы. Очень все тосковались, конечно, и по музыке, по работе, и мы, и слушатели, как я почувствовал вот на предыдущих концертах в Самаре и в Тольятти. Вот, конечно, всем очень хочется снова встретиться в концертном зале. И я думаю, что все-таки не за горами то время, когда мы будем жить какой-то полноценной жизнью. В программе оркестра композиции икон мировой музыки Чайковского, Бетховена, Прокофьева. Наравне с опытными музыкантами на сцену вышли и восходящие звезды. Екатерина – студентка Московского колледжа искусств. Сама девушка родом из Ульяновска. Выступать на одной сцене с наставниками – неоценимый опыт, который непременно пригодится в будущем. Это дает опыт общения с людьми, в первую очередь, с разными. Изучение новой программы, которая сложна и потом пригодится в работе. В оркестре. Это новые какие-то открытия для себя в плане техники, исполнительства, какие-то даже мастер-классы от наставников старше. Очень интересно здесь. Летняя сессия молодежного симфонического оркестра Поволжья продлится до 26 августа. Александра Никитина, Ул-Правда ТВ.